Всем привет, с вами Гуф-Гуф, и сейчас мы с вами поиграем в Бисфарм Симулятор. Так как больше нету вообще никаких идей по поводу Бисфарм Симулятора, предлагаю сейчас вместе со мной посмотреть, как я буду выполнять квест. Вот этот вот, там где легендарные грибы. Конечно, я сейчас легендарных грибов не встречу, но я хочу выполнить одно задание. Тут нужно два редких гриба на Монтане найти. Если я выполню это задание, то в ролике будет кодовое слово. За это кодовое слово вы попадаете ко мне, друзья. Короче, чтобы вы вот так вот немножечко сидели и волновались тоже за то, чтобы грибочки выпали, и кто-то из вас один попал ко мне в друзья. Напоминаю, что кодовое слово, оно работает в том случае, если вы написали самым первым это кодовое слово. Окей, просто вот я не знаю, но почему-то подписчики не понимают и пишут кодовое слово даже в тех роликах, которые вышли год назад. Я не знаю, на что вы надеетесь. На то, что, возможно, вы самые первые написали это кодовое слово. Возможно, да. Возможно, именно на это они и надеются. Ну, хз. Короче, ладно. Сейчас, ребят, давайте так. Я забущусь немножечко. Использую разные синие бусты, красные бусты, белые бусты. Ну, типа вот эти вот бустеры. Вот, первый, второй, третий. Еще можно что-то будет использовать на Pine 3. Это хорошо. Это, наверное, хорошо, но, блин, не так уж и хорошо. Потому что, ну, на Pine 3 я вряд ли я пойду аж туда фармить эти, ребята, грибочки. Кактус. Но на кактусе еще возможно. Ну, если на кактусе будет, то значит на Pine 3 Forest тоже будет. А что я сюда пошел-то, если мне надо было в красный магазин? Ну ладно, у меня есть еще один гриб. И тут, кстати, вот пошел метеорический дождь от подписчика. Блин, зачем? Зачем? Это же сейчас надо будет фармить его. Ну ладно, мы немножечко пофармим этот метеорический дождик. Так, используем этот бустер тоже. Так, я вижу сразу две волны, которые идут на Pine Tree Forest и также на... А, я думал, это кактус, а это на пампкине, серьезно? Ладно, сейчас мы тут и поубиваем волка, не мантиса. Блин, я не успеваю, мне скорости не хватает. Вот убрал Хастиби из улья, и сейчас мне вообще не хватает. Катастрофа, просто полная жесть и с скоростью. А еще я убрал пчелку, которая там токенам длительность дает. Типа, время жизни токенов на поле. Вот мне интересно, эта штука работает на метеорический дождь или нет? Если работает, то надо вернуть эту пчелку назад в улей, просто... А так как я фармлю метеорический дождь, зачем оно мне? Зачем? Вот кто-то кинет, я тогда пофармлю. Если никто не кидает, я и не фармлю, потому что, как бы, ну, больно надо, подумайте. Вот иногда подписчики просят, я тогда могу кинуть. Так, стоп, стоп, мы же шли грибочки фармить. Но я грибочки нормально не смогу фармить, если вот мифик будет мешать. Хотя хз. Может, все-таки... Да, давайте запустим, когда мифик будет работать. Во. Сейчас я грибочки забабахаю. Вот, прям сразу на бамбуке. Там вроде сразу волны шторма идут. О, синий. Синенький. Сейчас микроконвертеров получим, которые нам не нужны. А нет, тут нету микро... Не-не, есть один. И синий экстракт выпал также. Короче, ладно, фармим грибы. Пятый уровень. Отлично. Так как нам нужно Монтане, давайте сейчас этот будем ломать. Он сейчас полетит на ананас, с ананаса на стамп, а со стампа пойдет сразу на... О, смотрите, тут еще один гриб. Ты что тут делаешь? Ты откуда взялся? Слушай, дорогуша. Так, вот этот вот сломали. Еще один сломали. Так, ну пока что ценных наград я не вижу. Забираем токен Линк. С помощью токена Линка сразу два гриба взорвались. Опа, смотрите. Грибы вернулись не туда, куда надо. Они пошли, смотрите. О, смотрите, росточек. А, блин, не успел. О, смотрите, ойл и листочек я поднял. Блин, ну мне надо, чтобы на Монтайн. Блин, там мондоцыпленок, серьезно? И что я сейчас там буду делать? Так, он куда? Куда он там полетел? Вроде гриб полетел на Монтайн, но я его не вижу. Давайте сейчас вот этот еще сломаем. Блин, он сейчас опять на стамп прыгнет. Либо не на стамп, а просто на ананасиках. И тогда получается, что что? Опа, редкий, редкий, редкий. Откуда? Откуда? Прикол, сейчас бы лего выпало. Было бы хорошо. 4 ляма осталось, ребят. Может заснять ролик по улиточке. Если там выпадет какой-то амулетик крутой, то тогда кодовое слово добавить на нескольких друзей сразу. А не только на одного. Можно, можно, можно. Вижу, на этом там вообще трындец происходит. Ладно. Ладно, ладно, там главное, что там не лего. Сюда быстро и давайте на маунтин. Тут вот вижу, есть редкий грибочек. Отличненько, отличненько. Один нашли, ребят, еще один остается. Давай, 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 зафармивай, зафармивай. Хорош, есть. Сейчас мы его взломаем. Давай. Успел? Нет, не успел. Блин, десятка опять, но не редкий.
Это плохо, это плохо. Так, куда он улетел? Куда-то улетел, а куда я не знаю. Вроде на... Короче, куда-то там он улетел. Давайте сейчас еще разочек попробуем сломать эти грибочки. Блин, времени мало, ребят. Очень мало времени. Так, еще один взломался. Забираем награду из этого гриба. Так, на маунтине полетели грибочки. Ребят, сейчас быстро летим на маунтин. На гору. Лучше давайте буду говорить на гору. Надо привыкать, а то так намного удобнее говорить на гору, чем на маунтин какой-то, на мунтайн. Кто там говорит, как, не знаю. Но вот. Опа, ребята, редкий. Все, значит, кодовое слово будет. Ребят, мы завершаем это задание. Это же редкий, последний редкий, который нужен был для квеста. И осталось только 3 легендарных гриба. Только, ребят, только 3 легендарных гриба. Я полтора месяца... Блин, еще не хватало, чтобы я умер. Еще не хватало, чтобы я умер. Так, интересно, я сейчас вообще успею или не успею? Ладно, сейчас глиттерок бабахнем. Вот этот вот бахнем. Вот этот вот бахнем. Так, сейчас подписчик, может, поможет, не? Не? Ты будешь помогать или нет? Давай, подписчик, давай, гони газу. Блин, вот это было бы больно, если бы это был легендарный гриб. Я его почти взломал, и тут меня Мондо убивает. Я такой... Фак. Эй, подписчик-то помоги, пожалуйста. Че, серьезно, он не поможет? Блин, я поливалку забыл. Я в шоке. Это как так получается? Что, кодовые слова отменяются, что ли? Блин. Че за фигня, че за дичь происходит? А че ты стоял-то, я не понимаю. Почему ты не копал? Фарм, да какой фарм, блин. О, сижу, фармлю грибочек, а тут подписчик пишет, ты фармишься? А, смотрите, тут еще грибочки есть. А чё, а откуда вы? Не понимаю, почему тот закончился, а вы еще есть? Ладно, ребят, у меня есть еще одни грибочки, можно, в принципе, будет зафармить их тоже. Да я в шоке просто, гриб вот взял и не сломал. Вот взял Мондо, все испортил Мондо. Из-за этого Мондо, вот... Надо его нафиг удалять. Надо. Пора. Код уже вышел. Я уже его использовал и забыл. А его еще не убрали. Что за фигня? Нет, ты сказал, что уберешь. Давай убирай. Давай убирай этого Мондо. Ладно. Ребят, используем еще один плантер. И сейчас будем фармить последний гриб. Надеюсь, что он сейчас мне выпадет. И надо будет осторожно. И надо взять вот эту вот штуковину. Как она называется вообще? Где он? Ойл. Да и тропикал возьмем. Давайте немножечко забустимся. Все, поехали. Сразу 2 гриба. Мы идем, ребят, на синее поле. Только давайте сначала я заберу вот свои халявные тикеты. Теперь, ребят, идем сюда. Взламываем этот гриб. Он разлетелся и пошел на ананасики. Давайте идем на ананасики. Из ананасиков он на стамп пойдет, а из стампа он пойдет на мунтайн. Так что так, мне кажется, что будет нам вообще нормально. О, сразу редкий. Нормалек, ломаем. Блин, я думал, что я сейчас вот закончу ролик. Кодовое слово добавлю, кого-то друзья добавлю. А тут, как вы видите, вообще обломчик. Так, это тоже взламываем. Отлично, смотрите, тут несколько секунд, и он... О, хардвакс! Вау, смотрите, и хардвакс, и вот этот вот loaded dice, или как он там, двойной вот этот вот. Я не знаю, как он называется, smooth dice, да? Да, smooth dice, не field dice, а smooth dice. Так, ломаем вот эти 2 гриба. О, кстати, у меня пассивочка активирована. Так, там вижу, есть грибочек уже один, но он не редкий уж точно. Это уж точно я вижу. Так, ломаем вот этот гриб. Там еще один редкий, или это лего? Ну-ка. Нет, это не лего. Если бы это лего была, это было бы вообще шикарно. Ребят, я бы добавил кодовое слово, за которое я бы сразу 3 добавил, друзья. Ребят, с 3 самых быстрых, самых шустрых, проворных моих подписчиков, которые смотрят ролики, я бы их подобавлял. Всех. Не, я бы дал 3 кодовых слова, раскидал по ролику. Во, так чтобы было. Да. Если встретим лего, ребят, я обязательно добавлю 3 кодовых слова. Я их раскидаю по ролику, просто повставляю, чтобы вот вы искали их. И все. Так, там вроде еще один грибочек полетел, не? И мне показалось. Ладно, ломаем. Не, какой-то подписчик вообще попался, не помогал мне там. Я бы уже был, вот, закончил ролик и все. А вдруг сейчас лего выпадет, серьезно? Не, ну не выпадет, потому что я фармлюсь на одних и тех же полях. А нужно бежать вот туда, вот дальше, подальше. Ладно, валим отсюда. Давайте еще этот ломаем. Ну, еще вот эти 2. Ну, один. Уж точно один вот этот вот сломаем. Все, и побежали отсюда. Они полетели на ананасик. Это нам неинтересно. Так, ребят. Тут вижу, много есть грибов. Там есть много грибов. Но толку-то от них, если я ничего не могу сделать, ребят. Если они мне ничего не дают. Это не леги, это не... Так, тихо. Дайте, пожалуйста.
А, блин, это не редкий, это не редкий. Ёханый насос. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, что, серьезно? Смотрите, ни одного редкого. Ни одного. Сколько грибов перелом? Сколько грибов? А толку никакого. Ладно, давайте сейчас вот эти поломаем. Тут тоже хорошие грибочки. Вот один грибочек. Вот второй грибочек. Сейчас полетел третий. О, пошла толпа. Пошла жара. Так, еще пачка грибов. Мы их быстро сламываем. Блин, ребят, ну вообще серьезно. Я не думал, что такие вот эти вот грибы будут очень сложными. Но вот, как вы видите, оно сложное. Серьезно, оно очень сложное. Давайте еще вот этих немножечко поломаем. Опа, это редкий. Блин, я думал, это лего. Ну, елки-палки. Если бы лего выпало, мне бы тоже засчитали. А, нет, да, мне там засчитают, но не на Мунтане. Если бы на Мунтане лего, то я бы сразу два задания немножечко подкорректировал в лучшую сторону. Да ёханы. Да, я не выполню на Мунтане, там вроде грибов даже нету. Это редкий? Да, это редкий. Да ёханы, и там тоже редкий. Много редких, но... Ой, ну не те, что мне нужны. Ну блин, ну как я должен выполнить это задание? Что, получается, я опять буду без кодового слова? Че, серьезно? Эй, ребята, пожалуйста, помогайте. Вот есть подписчик, вот не помог он. Он уже есть в друзьях, поэтому он не помогает. Ему это не надо. А вы где, ребята? Вы где? Те, кто не может попасть на випку. Куда вы делись? Так, ломаем, ломаем, ломаем. Может, еще успеем, ребят. Может, еще... Нет, 20 секунд, я точно не успею. Вот это взламываем. Все, полетели немножечко. Полетели вроде бы. Или не, хз, короче, много грибов куда-то полетело. Там есть редкий, я не успею. Давай, 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 газуй, газуй, Вася, давай. Блин, я там видел, в углу есть редкий грибок. Он уже, наверное, исчез. А, блин, он уже исчез. Да, он уже исчез. А. Ладно, ребят, короче, так как был один грибочек, давайте так, я все-таки добавлю одно кодовое слово. Все-таки вот не зря, чтобы ролик был, чтобы хоть кто-то чем-то порадовался. И вот, для того, чтобы я вас добавил, друзья, вам нужно просто самым первым написать комментарий, не изменять его, просто написать, добавить свой никнейм обязательно. Не надо писать без никнейма, просто я не буду ждать, пока вы отпишете. Я вам там напишу, а где твой никнейм? Вы мне отпишите, я не буду видеть этого сообщения, а вспомнить то, что я кого-то там должен был добавить. Я это не вспомню. Так что, ребят, сразу свой никнейм, сразу это кодовое слово. Кодовое слово сейчас вы услышите, я вам скажу. Только, ребят, добавлю только одного, тот, кто самый первым напишет. Кто вторым, третьим, четвертым? Нет, ребят, все, это будет поздно. Окей, ну и кодовым словом в этом ролике будет слово... Тот, кто первый напишет это кодовое слово, того добавляю. Ну а пока, ребят, на этом я бы закончил ролик, но я еще, знаете, что хочу сделать? Я хочу сыграть в рулеточку. Вот такую вот рулеточку, в которой мы сейчас что-то достанем, наверное. Или ничего не достанем. Энзимка, глиттер, ойл. Я где-то его здесь видел, этот ойл. Ну, блин, тут джинджербредки еще есть. Опа, достали. Ну и филдайсы, которые мне нафиг не нужны. Все, ладно, вот так вот, ребят. Достали джинджербредку. Еще, кстати, у нас тут есть еще один очень увлекательный подарочек, который я сейчас могу забрать. Давайте мы его заберем. Я его, конечно, давно не забирал, но вот сейчас, если я заберу, я думаю, он меня удивит. Да, 27 джинджербредов. Это хорошо, это вообще хорошо. Это топчик, это вообще... персик. Так, сколько мне вообще этих джинджербредов теперь? Где они? 430. Блин, 12 дней осталось, и мне еще нужно, ребята, 70 штук, чтобы купить 50 суперсмузи. Ну, либо можно вообще-то снежинок накопить и купить что-то другое. Но, блин, 12 тысяч. Нет, 11 тысяч. 11 тысяч снежинок. Вы что, офигели? Где я должен столько нафармить? Как я должен вообще нафармить? Я это не нафармлю хоть бы что. Ребят, подскажите, пожалуйста, как быстро нафармить эти снежинки? Просто я сам с этим не справлюсь. Так, давайте еще джинджербредку вот тут заберем. Да, забираем. А, кактус. О, на кактус. Можно было бы даже и пофармиться. Но, блин, ну ладно, уже будем без фарма. Кстати, за улиточку я там получу, может, пятерочку, может, десяточку. Опа, грибы. Опять грибы. Че, серьезно? Прикол. Прикол сейчас. Ребят, если сейчас редкий грибочек выпадает, ребят, это еще плюс одно кодовое слово. Я обязательно добавлю еще одно кодовое слово. Так что молитесь. Опа, откуда-то прилетел грибочек сюда. Блин, третьего уровня, и он, к сожалению, не тот, что он нам нужен. Ладно, шипастика оставляем. Да, оставляем. Сейчас, может, кто-то прилетит, убьет. Смотрите, я сейчас тут вот очень быстро буду копать. У меня тут вот эта штуковина летает. Гвидинг Стар, или как она там называется. О, забираем.
Забираем все вот это вот, зафармливаем. Быстро. Отлично. О, как много грибочков. Редкий, ломаем. Сейчас бы на бомжика мне этот редкий грибочек. Ух ты ж, это же самокатулька была бы такая, что просто трындец. Так, тихо. Вот это забираем. О, ойлик. Ойлик откуда-то там выпал. Я видел. Я его забрал или нет? Ой, не ойл, а редэкстракт. Да. Вот, еще вот этих вот лопаем. Блин, ну это неинтересно. Мне сейчас нужно на монтайн. А я, смотрите, что ломаю. Ладно, давайте. Опа, редкий еще один. Ломаем тоже. Спайдера сейчас убьем. Блин, серьезно? Я вообще планировал ролик на 10 минут записать. А сколько я уже снимаю? 18. Ну подумаешь, в 2 раза больше будет. Ну подумаешь, 2 кодовых слова будет. Возможно. Возможно, ребят. Это еще не конец. Это еще не конец ролика, ребят. Хорошо, что я еще не закончил ролик. Что я пошел собирать награды. Пошел собирать джинджербредки. А тут вот так вот бэмс. И появились... грибочки халявные. Так, тихо, ребят, не волнуйтесь, сейчас все будет зашибись. Сейчас мы достанем этот грибочек, сейчас может легендарочку. Если будет легендарочка, ребят, я сделаю все так же, как и говорил. Я добавлю еще кодовые слова. То есть одно я уже сказал, это облако, а второе и третье я добавлю, если легендарочка выпадет. Если не будет легендарочки, то будем без этих кодовых слов. Будет только одно кодовое слово. Так, нам нужно на монтайн. А я бегаю вот тут. Ну ладно, сейчас. О, кто-то еще пришел. Подписчики собрались. Мои любимые подписчики. Так, давайте я тут буду ломать. А они пускай ко мне толкают. Вот. Сейчас вот это вот все ломаем. Надо написать подписчикам, чтобы они на ананасе собрали грибочки. Чтобы они затолкали сюда побольше редких. Так, может где-то здесь уже и был редкий грибочек. Но... увы, мы его не видели. Так, ломаем. Он как-то быстро взломался, но он взорвался и все, и исчез. Короче, ломаем, ребята, это же ради кодовых слов. Если сейчас еще найдем один грибочек, редкий. Так, я не знаю, сколько там еще времени осталось. Мне кажется, что последняя минута и что они не успевают. Время уже, да, время уже поджимает. Все. Все. Все-таки не будет второго кодового слова, ребят. Вот так вот. Надо было немножечко быстрее мне бежать. Ну ладно, ну ничего, один редкий гриб это вообще не проблема, он выполнится на изи. А вот 3 леги, я не знаю, что я буду делать, ребят. А если у вас есть какой-то совет, пишите, я прочитаю обязательно. Может есть какая-то у вас тактика, как вообще эти легендарные доставать. В общем, ребят, только одно кодовое слово, кто первый напишет, того добавляем друзья. Ну а на этом я, ребят, буду с вами прощаться, с вами был Гуф-Гуф, а также вот такие вот подписчики. Всем пока, ребята, всем бай-бай.